На спуске Маринеска продолжается капитальный ремонт. Рабочие уже заменили основные коммуникации и вот-вот смонтируют новое трамвайное полотно. Движение для машин здесь пока ограничено, но по обновленной улице Софиевской проехать можно совершенно свободно. Завершением работ на спуске Маринеска станет обновление тротуаров и благоустройства. Примерно так, как это сделано на Преображенской и Софиевской. Светлана Давжук видела, как продвигается работа. Капитальный ремонт на спуске Маринеска продолжается. Его начали еще в прошлом году как логичное продолжение работ на улицах Софиевской и Преображенской. Тут полностью демонтировали старое трамвайное полотно, контактную сеть и асфальт. На этом участке уже частично проложили новые рельсы и подготовили часть дороги к новому асфальтному покрытию. Ведь трамвайные пути на этих улицах должны стать частью маршрута «Север-Юг», который соединит поселок Котовского и Таирова. Однако большая часть улицы остается разрытой. Как мы видим, здесь уже проложили новые подземные коммуникации. Завершить капитальный ремонт на спуске Маринеска обещают к концу этого месяца. Будем надеяться, что ремонтники уложатся в срок. Репортер будет следить за дальнейшим ходом работ. Напомню, ремонт спуска Маринеска проходит в рамках реконструкции одного из ключевых направлений в сторону Пересыпи. Перед этим обновили улицу Софиевскую.